Здравствуйте, меня зовут Лев, это мой самодельный велосипед. Я не помню, какая уже, пятая или четвертая версия. Монополе. Да, на четвертом тысяч километров. Вот этот самый мотор, который здесь стоит, он единственный переходит из велосипеда в велосипед. И на нем уже, сколько длинников, штук 8? Да, это хорватская крошка, по-моему, да? Он, да. Этот мотор ездил в Екатеринбург, Челябинск. Он был на Кавказе, он был в Крыму, он был в Сочи. Где только не был. Золотое кольцо, все, всякие наши хранилища. Вот в прошлом году ездил в Великий Новгород на нем вместе с Анатолием. Все у меня будет исправно. Единственное, меняются батарейки. Сейчас вот у нас 5 кВт-часов. Есть Тесла-баночка. Меняется рама, была грань, теперь телепортатор. Вот еще вилка более-менее живет. Вилки, по-моему, лет 6 или 7. В ней просто выливается литр масла, заливается новый литр, ездишь дальше. Да. Что еще можно сказать? В принципе, отлично. Так, ну, легенда. Вот если мы организуем 13, все вот так по кругу, будет шикарно. Здесь была фотка на GTI Drive еще. Да. С чемоданом. И все было по-другому. Я был моложе на 10 лет. Да. Еще не было кольца. Okay, but what?